Разрешение предоставьте, пожалуйста. У вас здесь пикет одиночный, как мы понимаем, да? А я вам не обязана ничего предоставлять. Обязана вы предоставить. Видишь, отношения. А вы вызови полицию. А то мы сейчас тут тоже что-нибудь поставим, какой-нибудь теремок. А что вы вообще тут стоите-то? Просто так. А, бумажки что-то пустые. Никто сегодня не подписал еще, да? Несчастье. Какое несчастье, а? Долго-долго. У вас до восьми часов. У тебя работа такая. Ничего не подписывать мошенникам. Это мошенники тут стоят. Эти вот штуки, здесь такой мусор был оставлен. Антиреклама. Вот я вам по себе. Уже не хочу голосовать. Мусорка, конечно. Мусор. Вот это безобразие, они нам и устраивают. Это не безобразие. А кто его устроил? Кто его устроил и кто его остановил, это безобразие? Ваш выборный? Вот, кто развращает нашу молодежь? Дяденька выборный. Проходите мимо, ничего не подписывайте. Почему? Потому что это мошенники. Тут стоят мошенники. А мошенники это кто у нас? Вот, молодой человек. Он, к сожалению, не знает, что он мошенник, но его втянули во всю эту историю. Уберем это безобразие. Чего? Безобразие вот у нас это выборный. А не подписи у нас убрать. Подписи уже куча. Я тоже так думаю. Ладно, ты привез разрешение? Что? Пока. Покажи. Ты Алексею скажи, чтобы вежливо разговаривал. Давайте, пожалуйста, только при полиции я вам покажу его. При полиции мы ждем, мы ждем. Давайте, хорошо, давайте. Хорошо, мы ждем полицию. А что ты боишься вот так показать? А что ты его боишься так показать? Вот так, на всякий случай. Вот положи сюда. А какой случай-то? А вы опять ее оборвали, что ли? Мы оборвали? Не, я спрашиваю, она так была, ну все. Мы ничего не рвем. А я у тебя что-нибудь рвала? Нет. Я тебя, по-моему, сюда только поставила. Я вам ничего не говорю. А как молодого зовут? Успокойтесь. А я не знаю, кто. Знаешь, что это Алексей? Это Алексей? А вас как зовут? Какая разница? А? А зачем вам? Как разница? Если ну, у вас... Я если... вот приедет полиция, я покажу если свои у вас документы. Есть... А давайте я вам я свои покажу. Я имею право вас спрашивать. Давайте. Сейчас давайте. Вам свои покажу. Давайте покажите, только не будете их снимать. Кого снимать? Мои документы. Нет, я снимать ваши не буду. А зачем нам твои документы? Вот мои документы. Разрешение есть, пока. Есть, вот есть у меня разрешение. Молодой человек, я не знаю, я как понял, вас зовут. Понял. Вы поняли? Понял. Все поняли, да? Опа! А ты знаешь, кто такой выборный? Да, Анатолий кто? Борисович. И что он делает? Депутат тут? Госдумы. Так. Зачем он тут свою лавку закройте ее, поставил? Пожалуйста, да. Я говорю, полиция приедет, мы с вами поговорим. Значит, вы нечестные молодые люди, если бы у вас было все по чесноку. Полиция приедет, мы с вами вы поговорим. Вы бы нам все показали. Нет, бы. Почему? Значит, я жду полицию, чтобы показать вам. Потому что у меня ничего с собой нет, что ли? Или разрешение, у меня ничего мы не знаем. Я показывал разрешение совершенно спокойно. Ну вот, и теперь чего? По-другому. А что, теперь подписи? А что, выборный запретил, да? Нет. Ну, а теперь а кто? Нет. А кто запретил? Моя, я вот не хочу показывать вам. Мне покажи. Нет, никому не покажу, пока вот полиция не приедет. Какой скрытный молодой человек. Так. Я же тебе не поговорю, Паша. Вы обязаны показывать. Вот. Ну, а зачем вы снака? Потому что здесь общественное мероприятие. Вы можете мне просто объяснить, а что вот здесь происходит? Ведем сбор подписей. Да. А для чего? За отмену стройки. Нет, я не в курсе. В курсе моя, наверное, начальство. Вы можете с ним поговорить, я его приглашу. Пригласите, мы люди, пожалуйста. Которые, я отвечаю за человека, который здесь стоит. Я смотрю, чтобы он выполнял свою работу. А, пригласите того человека, который вас сюда поставил. Давайте. Пригласите сюда человека. Выборного давайте нам. Подать нам сюда Тяпкина-Ляпкина. Зачем нам Сагибова? Кто он такая? Молодой человек, дайте мне, я подпишу. Кто вы подпишете, скажите? Я вам не обязана говорить, что я подпишу. А здесь написано именно против строительства, с противопротивочного узла. Какого строительства вот против? Этого строительства. А кто сказал, что здесь будет строительство? А? Да, 200-250 рублей в час. Работать идите тогда на официальную работу. А у вас официальная? А я не работаю. А что вы делаете? Я волонтер. Курильщики молодые, блин. А что вы занервничали-то? Курил на самокате катался. Классная работа, а, блин, а? А велика нету? Ну, жалко. А что, не выдают велики? Видишь, стоят около метро и курят, а? Это волонтеры выборного, так называемые.
Вот, смотри, куда-то бросил чинарик. А здесь общественная зона. Сказали разобрать? Не-не-не. А что сказали? Надо ровно делать. Кто сказал? Начальник. Какой начальник? Ну, ваш начальник. Кто у тебя начальник? У тебя вот на кепочке телесеть написано. Ты из телесети? Не-не, дворники работают. Дворники? Ну, кто начальник сказал это делать? Ну, бригада у меня. Ну, фамилия есть у бригады? Да. Как? Янгибай, папа. Ничего вы не разбираете теперь, я не поняла. Сейчас разбираются они. Он собирать пришел, а не разбирать. Не-не-не, да, собираем я. Разбирать надо, а не собирать. Наоборот, сказали разбирать. Ты не понял. А, разбирай, разбирай. Сейчас звоним. Давай, звони начальнику, пусть приходит начальник. Стройка уже отменена. Она уже отменена. Идет вопрос о том, кто вот это уберет, а не то, кто это будет. Дело в том, что вот это, он это не уберет. Он просто соберет подписи. Он не уберет, понимаете? Он просто здесь вбивает жителям в голову свою фамилию. Вот смотрите, здесь написано, уберем вот это безобразие. Безобразие он это не уберет. Вы мешаете вести... Мы мешаем? Да. Вы нам жить мешаете. Вам жить мешаем? Да. Чем? Вот своей деятельностью. Да? Да. Вы ведете деятельность скрытно, вы ничего не объясняете. Да, покажите, что вы законно здесь стоите. Покажите разрешение. Выключите камеру, выключите камеру. Выключите камеру. Нет, я не выключу камеру. У вас, значит, это разрешение так, нельзя снимать. Чего? Я не буду вам показывать. А там что, гриф написано секретно? Нет, а это не для всех глаз. А для каких? А там написано для каких глаз? Выборная секретная организация. Понятно. Организация. Тогда покажите нам документы, мы уйдем. Мы местные жители, мы стоим тут просто так. Это мошенничество чистой воды. Потому что была статья в газете «За Калужской заставой», что людям недостаточно объяснили, насколько это нужно. Вот это вот, вот эта вот фигня, которую построят. И, короче говоря, с тех пор уже все. Все это фигня. Калужская застава уже больше про это ни слова не пишет. Да, а зачем им писать еще раз? Потому что то, что они написали, это неправда. Что, а оправдываться газеты не собираются. Конечно, все правильно. То же самое получил и в письме. Правильно. И поэтому все это фигня. На самом деле все это остановлено, прекращено. А теперь, а теперь вопрос, кто вот это уберет? А вот этот выборный депутат Государственной Думы, он на этой стройке пиарится. Где он был 5 месяцев назад? Почему он не помогал останавливать эту стройку? Мы его здесь не видели ни разу. У вас скандал произошел? Что у нас произошел? Скандал? А, скандал? Нет, у нас скандал не произошел. Просто вот смотрите, вот здесь стоит... Ну, вот мы это... вызывали. Мы вызывали, да. Вот это вот, что это такое тут стоит? В каком смысле? Пока здесь ничего не стоит. Нет. Вот здесь стоит... Нет, здесь стоит, как бы это пикет, да, называют? Сборно-разборная конструкция. Да. Вот. Здесь были молодые люди. Вон они идут, вот. Мы у них спрашиваем, покажите разрешение. Давай, да, покажите, пожалуйста, разрешение. Уберите камеру, пожалуйста. Нет, я не уберу камеру. Она имеет право снимать? Имею. Я имею. Я имею право снимать, да. А что вы там долго ехали? Какой долго? Минут 7. Какой 7 минут? Мы уже ждем. Мы тут час стоим. Давайте. Так, давайте читать вслух. Смоляр. Префектура, значит, от инициативной группы граждан Смоляра Опарин Мищенко о намерении провести пике 24 и 30 апреля. А сегодня какое? Период. Период с 24 по 30 апреля. Да, сфоткайте это тоже. Сфоткайте. Так, Золотой Вавилон, улица Ясногорская, дом 13, корпус 1. Калита. Новоясневский, 25. Ну, вот, Новоясневский, Владимир, 11-го, Золотой Вавилон. Так, да, с целью сбора подписи против строительства. Справочный. 3 человека в целях оказания содействия. Так, с 12 до 16. А с 25 по 29, сегодня какое число? Сегодня 28. С 16 до 20, до 8 часов, да. Мы имеем право здесь находиться? Так, так, а где здесь написано, что вы имеете право устанавливать сборно-разборную конструкцию? Покажите мне, пожалуйста. Вы подписи имеете право собирать по этому разрешению. Сборно-разборная конструкция, где здесь?
или какие-то иные материалы. Ну, блин, вот это, они имеют право, имеют право. Подождите, стоит. Подождите, подождите же. Ну и что? И что? И что? Сборно-разборная конструкция, да, специальное разрешение. Здесь должно быть написано, что сборно-разборная конструкция вот с этой фамилией Выборной. Где написано, что у них там Выборный? Покажите, где? Ну, подписи, за кого они там собирают? Написано же, нет? Они на... Нет. Мы же не за Выборного собираем. А почему здесь тогда Выборный? Просто в смысле. Как, в прямом смысле? Он помогает это что делать? Значит помогает? Где здесь написано, что Выборный вам помогает? Покажите. А. Покажите. Мы согласны, пусть они стоят. Проконсультируйтесь, конечно. Мы вот на них пожалуемся. Снимайте время, когда я звонил, вызвал вы. Давай. Видите, ты тоже вызывал полицию? О, видите, они нам ничего не показывают. Они тут встали на нашей территории. Не ей, а гражданке РФ. Извините вам. Уберите сборную конструкцию и собирайте подписи. Я сейчас звонил дежурному. Да, и что? Да. Кого? Караков, его фамилия. Караков? Да. И что он сказал? Сказал, вам что-то не нравится, идите жалуйтесь в префектуру. А, ну понятно. Ну, как обычно. Все схвачено. А почему схвачено? Разрешение у них все. Есть. У них нет разрешения на разборную конструкцию. Ну, вот. Это не наша. Ваша. Составьте протокол. Протокол таки не составлю. Всего доброго, пойдемте. Ага, понятно. Ну, давайте, продолжим. А вы будете тут стоять? Конечно. Уже? Конечно, мы будем продолжать тут стоять. А вы что думали? Мы не за стройку. А за что? Чтобы убрали до конца за собой вот весь этот мусор. У вас деньги есть? На какие деньги? Кто будет убирать? Где финансирование? Выборный будет на свои деньги выбирать или на ваши? Выборный уберет вот это. Нужны... Выборный депутат. И с его именем, то, наверное, же... Много вам депутатов? Он 5 лет уже депутат. Вы его здесь видели раньше? Когда-нибудь вы увидели здесь? Вы его видели, когда сейчас здесь женщины останавливали стройку? Я действительно так тоже подумала. Вот как им нужно, чтобы их выбрали, они это сразу. А что ж ты не убирал раньше? Да. А почему он допустил? Потому что стройку потом что прекратили 4 это месяца назад. Это стройка была море. Молодой человек, вы даже не знаете про 4 месяца. Вы в курсе, когда она началась вообще? Это Выборных, наверное. Не интересует, но тогда зачем? А вот Выборный развращает вот эту молодежь. Началась она под день города. Он получает 200 рублей. 250 в час, пока он тут стоит, вы получаете свою пенсию 1000 рублей в день. Ну, так а он получает. Надо, а все идут и подписывают, не разобравшись. Ой, ну да, да, как же. Он знает, у него есть деньги. Почему захотел убирать? Нет финансирования, понимаете? Вот стройку собирались заделать, а ее установили жители. Все. Все. А теперь кто будет убирать? Кто? Выборный. Жена... Я ей говорю, что же он это раньше не убирал? Вот именно. Да, я, где он раньше был? У меня тоже эта мысль мелькнула, да. Нет, минуточку. Если Выборный обещает нам убрать, значит, пусть Выборный убирает на свои деньги. Пришли же они вот так, не стали эту стройку. Конечно, это префектура разрешает все. А жилищник. Ребята, смотрите, сегодня мужчина приезжал и мне сказал, если будет, говорит, еще раз вот этим заниматься, вот этого, чтобы не было этой грязи, пожалуйста, уберите. Дурят люди. Мы против этого. Потому что это депутат, который подписи, ну, для него просто. Они... Это совершенно бред. Я говорю, на мужчине нет предела. Они на Литовском 19 стоят. Они везде стоят. Убежали. Их нет разрешения, которое... Да. Разрешение покажите, что уже вы здесь показывали. Можете. Вы снимите. Покажите. Я его тоже снимал. Иди туда. Нет. Он уже все. Типа спасать. Мало того, я видел их разрешение. Ни подписи, ни печати там нет. Это обычно на предпочтение. Нет, у них есть... У них есть разрешение на сбор подписи, но у них нет разрешения на установку сборно-разборной конструкции с фамилией Выборной. Обманывают людей. Обманывают. И старички, вот мне жалко, старички подписывают про него, они его не знают. И что он бы там делал, непонятно. Просто чужие, это обманывают людей за подписи. Правильно. Когда мы подошли, все убежали. А вон это мадам тоже. Хотели все-таки вызвать милицию, но что-то никто никак не приедет. А мы целый час вчера ждали, мы приехали. Ну,
молодой человек. А хорошая у тебя работа. Замечательно на самокатике кататься. Будущие мошенники и настоящие.